друзья, рядом со мной просто творческая единица нашего шоу-бизнеса. Владислав Рам, Влад Рам, как угодно. Визг слышен, мне кажется, даже в мой микрофон, потому что рядом со мной секс-символ молодежи. Влад, скажи, ну, конечно же, вместе со мной. Влад, скажи, пожалуйста, вот талантливый, я не зря сказал, ты пишешь многим-многим артистам песни, не только себе. Вот, например, Диме Билану написал. Влад, скажи, пожалуйста, как это было? Да я так ничего не превозношу это, знаешь, я не многим-многим кому напишу. Я... С Димой была моя мечта вообще поработать с самого начала, потому что я в детстве слушал его песни, пел. И для меня была большая, как бы, ну, гордость, скажем так, поработать, посотрудничать. Я ему написал 2 трека в альбом, у него выходит альбом. Как бы вот и все. Типа... Но не только же ему ты пишешь песни, правильно я понимаю? Не, ну себе, понятное дело, у меня выходит альбом 9 декабря, короче. Коле, Колясу тоже, с Юлианой Карауловой сотрудничали. Ну, как бы, типа, знаешь, я не расписываюсь, у меня нет цели писать там, потому что, ну, себе, я типа такой эгоист в этом плане. Скажи, пожалуйста, мы вот спорили со съемочной бригадой, как часто тебя честно сравнивают с Леонардо Ди Каприо? В молодости, естественно, в лучшем его виде. А, первый раз я за тебя слышу. Первый раз? Да. Посмотрите, друзья, телезрители, пожалуйста, вот приложите фото любимого Леонардо Ди Каприо и посмотрите на Владислава Рама. Да какой там Ди Каприо? Вот наш Владислав, Влад наш, красавец! Типа только фотографию, наверное, Ди Каприо лет 20 назад, которая, да, не сейчас. Если сейчас, то это не очень, типа, если сейчас мы с ним похожи. Нет, сейчас как раз-таки вы не похожи, слава богу. Отлично. А сейчас что у нас? Сейчас у нас... Реклама коротенькая, после которой мы увидим выступление Колясы и, конечно же, Влада Рама, друзья. Класс, спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Привет. Привет.